В Вологодской области ведется работа по строительству и капитальному ремонту общеобразовательных организаций. Что касается 4-й школы Великого Устюга, отделом Роспотребнадзора было выписано предписание по замене окон, которые пришли в негодность. В 2018 году из областного бюджета было выделено чуть более 8 миллионов рублей на замену деревянных окон на окна из ПВХ-профиля. После аукциона цену удалось снизить до 5 с небольшим миллионов рублей. В результате всех работ у нас будет заменено 232 окна. 7 сентября работы по замене окон в нашем учреждении начались. На сегодняшний день заменено 37 окон. Работы будут продолжаться. Образовательный процесс у нас не страдает. Работаем. Кабинеты, которые находятся в ремонте, значит, мы меняем, переносим уроки в другие кабинеты. За 28 лет именно столько существует это общеобразовательное учреждение, здесь не было ни одного капитального ремонта. Между окнами и рамами появились довольно большие щели. Из-за этого в классах и коридорах было очень холодно. Видеть новые окна – одно удовольствие, даже на уроках сидеть веселее. Больше света, говорят ребята. Вид из окна как будто стал другим, да и теплее стало в классах. Мне бы, конечно, хотелось сказать, что существенная разница с такими замечательными теплыми окнами. Они выглядят очень красиво, эстетически. Мы вот даже не захотели зашторивать одно окно, вот порадоваться такому счастью. Было холодно, неуютно. Теперь изменился наш класс. Мы очень этому рады. Мы все довольны. Работы по полной замене окон планируется завершить к началу октября, после чего во всех учебных кабинетах будет и светло, и тепло. Виктория Авраамия, Максим Колосов, новости провинции.